Хозяйства республики приступили к севу яровых. Ход сельхозработы, подготовку к пожароопасному периоду рассмотрели на еженедельном совещании у главы Чувашии. На сегодняшний день на полях республики посеяно чуть больше 13 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. В работе задействовано более 1000 единиц техники. Пока все идет по графику. Структура она остается на уровне прошлого года. Весенний сев мы должны провести на площади 320 тысяч гектаров. Как мы видим, в прошлом году то есть увеличены существенно зимовые культуры. На сегодняшний день к весенне-полевым работам приступили все районы, в том числе к севу поступили 19 районов. Два района, пока Мариинско-Посадский и Маргаушский, не приступили. Традиционно они выходят позже на сев. Причиной специалисты Минсельхоза называют позднее созревание земли. В прошлом году в этих районах вышли на сев 5 мая. Не менее актуальной темой еженедельной планерки стала подготовка к пожароопасному периоду. По прогнозам синоптиков, лето ожидается жарким. Три природных пожара. В Кирском лесничестве 8 гектаров, на Отрадском там пересекается, соответственно, потом в Вереченском лесничестве 9 гектаров, пожарный поезд был задействован, потушили, слава богу. При этом все ответственные должностные лица должны работать. Статистика неумолима. За три праздничных дня пожарные выезжали на возгорание 90 раз. В этом году обошлось без жертв. В 2013 году за сутки 50 раз выехали, а здесь за трое суток 90. Из 90 это 71 случай возгорания мусора на открытой территории. Пока вот до каждого не дойдем, наверное, из ситуации сложно будет привести такое соответствие с нашими нормативами. Поэтому будем работать. Силы и средства расставлены, готовы. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика.